должны располагать треугольники, которые вот так вот ориентированы. Каждый из них ориентирован прямым углом в противоположную сторону. Клетчатая бумага. Самая обычная тетрадка для уроков математики. На ней взяли, отсчитали 13 клеток вправо, 13 клеток вверх. И провели линии. Только, пожалуйста, не надо расчерчивать. Вот вы совершенно зря тратите время на расчерчивание на клетчатой бумаге. Все, что от вас требовалось, обвести внешний контур. Все. У вас уже специально... И по всей диагонали. Ну, диагонали, вроде, даже не обязательно. Надо взять много вот таких вот, которые состоят из четырех маленьких треугольников, да? И не поворачивая их, размещать их здесь. Разумеется, не пересекались. Иметь общую точку разрешено. Иметь общий кусочек, разумеется, запрещено. Смотрите, вот это будет раз, правильно? Да, дальше будет еще четыре вверх. Совершенно верно. Дальше пойдет вторая, третья, четвертая и пятая. А больше не лезет. Так? Замечательно. Дальше шестая, седьмая, восьмая, девятая, даже не лезет. Дальше десятая. 11, 12, даже не лезет, 13, 14 и сюда 15. Так? Да. Так, отлично. Можно расположить вовсе не 15, а 19 штук. 19, ребята. Да. Вы расположили на этой картинке 15 штук. А надо 19. Это можно сделать.